Магазин Sunway. Посмотрим, почем здесь цены. Кстати, требуются вот работники. Так, берем корзинку. Тут у нас химию продают. Так. Какие цены? Так, сначала, наверное, пройдем. Здесь вот у нас зубная паста и разные ополаскиватели. Так, вот видно, какие цены. Это ополаскиватели рта. Вот подешевле, 176,98. А этот сколько? 23,75. Вот такой вот. Так, зубная паста. Ну, вот эти дорогие какие-то. По 268. 3D. 274. Так, вот этот Colgate 108 рублей уже стал стоить. Обалдеть. Такой 191. Что-то конкретно подорожало, да? Зубная паста. Такая вообще 317, 320. Локалю 318. Так, а что подешевле? Вот жемчуг есть. Сколько он? 101 рубль. Какой жемчуг? Парадон пол. Так, он дешевый, цены не видно. Не вижу. Так. А вот есть дешевый. 55. Торагент какой-то. Разный. По 55. Это цена со скидкой. А вот он жемчуг есть. Дешевый. Жемчуг с тором. 38 рублей по карте. Возьмем его. Новый жемчуг. Что, хороший? Или это 50? А, это 56. Да, ладно. Это объем другой. Объем меньше. Так. Это что такое? Какая-то китайская, корейская. 261. Такая вот 126 рублей. 164. Так, Ванька, щетки. Щетки новые, интересно. Так, это что такое? Крем для депиляции. Нафиг он мне нужен, да? Так, вот это вот пена для бритья. 373 рубля по акции, все я называю. Надо карту иметь, короче, чтобы акция была, скидка. Так, это что-то тут морские. Невея Формен 370. Что такое? Антидеспирант, антиспирант. Обалдеть. 376. Такой вот маленький пузырек. 301 рубль. Да. А вот этот 167, да? Да. Так, а это что такое у нас? Гель какой-то. 828 рублей. Что-то дорого все это дело. Какой-то крем. Гель, крем-гель. Зачем он нужен? Вообще, если можно обычным мылом мыться. Фиджи. Аромат арбуза. Химия, да? Так, это что такое-то? Крем-кокос 260 рублей. Так, тут музычка играет. В тему.
Так, шампушек 150 рублей. Такая вот шампушек, чистая линия. Вот 117, подешевше. Так, что у нас? Ну вот 156 есть рублей. Так. Какая-то прелесть шампунь. 282. Да, когда-то можно было купить подешевле. Рублей за 70 шампунь. 80. Такая 266. Да. Вот такие вот цены. Офигенно. Ну, вот чистая линия. Такой 153 рубля по акции. Надо, да? Так, можжевик, бальзам какой-то, 102 рубля. Такой вот. А вот есть желтковый шампунь. Ну, что-то он дорогой. 109 рублей вот за такой маленький пузырек. А вот подешевле есть. 62 рубля. Да. И вот такой вот. 62 рубля. У нас здесь какие-то лак для фиксации, ну, я не знаю, смотрите сами. Надеюсь, цены видно. Так, это у нас краска для волос различная. Такая вот 25%, 250 рублей как скидочка. $293 вот такая вот. Обалдеть. Все такое дорогое. Хотя я этим не пользуюсь, но мне кажется, что это офигенно дорого. 585 рублей. Такая 628 вообще. Одуреть можно. Так, ну это какие-то бальзамы по 310. Куча целых. Восстановление. Надеюсь, цены видно. Так, а это что у нас? Мужские шампуни, да? Всякие. For men. Короче, о, вообще за 700 рублей. Обалдеть. Порт и гель для душа 317. Пена для ванны нужна 162 рубля. Вот фа какой-то. Пена для ванны. Куча. Так, а это что такое? Соль с пеной для ванны. Она дешевая соль. 44 рубля, смотрите. 58. Ну, можно соли. А вот это что-то дорогая, 179. Релаксирующая. Так, вот мыло у нас. Мыло по 27 вот такое есть. Вот даже по 17 есть, смотрите. Тут надо мыло такое взять. Фруктовый апельсин. Земляника. Вот такое надо взять. Синий вальс. Так, ну, 18 рублей есть. Так, по 27. Это 77. Чуть. Дорогой. Так, это что такое у нас? 115.
камы 57 рублей. Банная есть 66 рублей, вот такое банное. Да, вот хвойная туалетная эмала есть по 22. Такое есть хвойная по 74. Камы 52. Это что, дегтярное вот мыло? Ух ты, оно подорожало. 103 рубля. Но это 4. 4 куска. Вот такого 4 куска. Возьмем, короче. Или можно взять этот кусок по 37. Так, Сейфгард. 120 рублей. Ни черта себе. 120 рублей Сейфгард. Обалдеть. А вот это вообще какой-то 500 рублей стоит наверху. В общем, такое дорогое. Так, вот этот непонятно, 156. Так, наборчики такие вот есть. А сколько стоит, непонятно. Паумалайф 72 рубля. 72 рубля. ДАФ 102 рубля. А вот есть хозяйственное мыло. 40 рублей, короче, вот такое вот. А такое черное вот. Кусками я что-то не вижу. Нифига. Тут разные ватные палочки. 91 рубль. 120 штук. Ой, вот они, ватные палочки. 76. А это эти ватные диски. Да. Раньше, я помню, спичками уши чистили, наматывали ватку и все. А сейчас вон сколько ватных палочек делают. Ужас. Так, это что такое? Какие-то салфетки. 121 рубль. Так. Ой. Тампоны. Always надо вам 161 платинум. Так, вот такие 209 рублей. Я не разбираюсь, просто снимаю. 247, 305, 135. Может, кому-то интересно, 156. Такие вот 305. 305, 156. Так, вот это что такое у нас? Что за 138? Жидкое мыло гигиеническое. Бело 62. 65. Вот это что такое? Я не знаю. Натурелла 331 рубль. Ой. Так, 331. Вот такая пачка. Вот эти по 342. 342. Короче, а эти 209. Ну, их меньше, потому что... Так, лампочки. Кому интересно, по 107 рублей. Вот такие 122. 64, 40, а это накаливание, вот эти подешевле, 48, разные цены, короче, такие вот цены, 145, 130 рублей. Так, это что такое у нас, это салфетки, да, гигиенические, 74, 75, 188, 111 рублей. Вот такие цены. От 78 подешевле есть. Так, туалетная бумага. 234. Такая здоровая пачка. Эти по 125. 346. 346. А вот такая вот рулончик такой стоит. 26.
Что у меня плохо фокусируется? 226 рублей 35 копеек. Какая большая есть бумага. Сколько она стоит? Смотрите, короче. Альбатрос. Странно, у меня фокус пропадает у камеры. Чем-то он там наснимал. Стиральный порошок. Тайт 714 рублей. Обалдеть просто. Это вообще 1000 рублей. Какой-то вот эта жидкая гель-концентрат 497. Все это цены со скидкой, если карта у вас есть. Так, почему-то мне приходится в ручном режиме все запускать. 440 рублей. Короче, такие цены. 1128. Такая большая. 71. Что это 71? Стиральный порошок. А, да, такая вот небольшая. 71 рубль. А вот такой есть эко-порошок. 412 рублей вообще стоит коробка. Сколько тут вес какой? Не пойму. Если не вижу. А, кило порошка. Персил 498. 6 штук, 500 грамм. Так. Персил 757 рублей. Без карты у вас еще дороже будет цены. Ариел вот этот 937 рублей. Ёлая. Димакс 631 рубль. 631 рубль. Блин. Так, лоск 505 рублей вот такой вот. Тайт 831 рубль. Да сколько здесь 3КД? Но все равно дорого. Полтора килограммовую пачка 436 со скидкой, если с картой. Так, Бимакс какой-то 631, 3 килограмма. Миф 418 рублей. 418 миф. Такая здоровая пачка, фиг ее знает. И написано. А вот 1130 рублей. Такая 6-килограммовая дося. Дося 206 рублей. 206. Пемос вот самый дешевый. 52 рубля. А здесь сколько грамм-то? 350 грамм. Уже даже не полкило. То есть они вот снизили объем упаковки. Раньше было больше. А вот есть обычный порошок. Порошок обычный, результат отличный. 53 рубля. Наверное, мы его возьмем. И какая тут веса? Тоже 350 грамм. Они меньше пачки-то стали весить. Поэтому цена уменьшилась. Шастый нянь 651 рубль, 4,5, а без скидки 766. Вот такой 400 граммовый. Вот 76 рублей чайка. Вот есть чайка больше, объем 2 килограмма 313 рублей. Sunny Day 400 грамм. Вот она, стандартная 400 грамм. Упаковка 79 рублей. Так, это что-то у нас Ленор какой-то. 323. Так. А вот он миф. 100 рублей, короче. 400 граммовый. Обалдеть. Это у них завал, короче. Фиг пройдешь. Порошка этого. С ума сойти сколько. Обалдеть.
Я, короче, взял мыло вот здесь вот дегтярного. Буду микробов убивать на теле. Так, а это что такое? Йо какое-то. Что такое? Дилюкс. Хейку. 153 рубля. Это все для... А, это для стирки. Какая-то фигня для стирки. Не пользуюсь я этим. Так, вот. Миф. 418 рублей. Такой вот. Так. А это непонятно сколько. 631 рубль. Бимакс 3КГ. Так, какие-то кондиционеры для белья. 77 рублей. 241 даже есть. Обалдеть. 195. Вот такой вот. А это какой-то корейский, да? 280-67. Sunny Day 163. Это подешевле будет, да? 134. Вот фито. Так, это что у нас? А это всякие чистилки. 169. Жироудалитель 280. Офигеть. Гель какой-то 127 рублей. Вот этот комет, да? Чистить 140 рублей такая пачка. А есть подешевле такой 95. 112 рублей без карты. Так, Сарма 121. Что такое чистящий гель для раковины ванн? Такой 124. Мистер Пропер. Рискованный лед 421 рубль. Обалдеть. Антиналет 232. Экопродукт какой-то 196. Вот это чистилки Комет. Вот популярный 224. Вот такой вот. Стоит. Вот это Доместос 291 рубль по карте. Такой вот. Тут какие-то очистилки. Вот эти вот Хелп, средства для мытья окон. Вот, не знаю, вот он 163 рубля. Какое-то антибактериальное. Это чистить, видать. Убирать помещение. Вот этот 375 вообще. Ну, короче, вот такие вот цены показал вам в магазине Санвей. Так что товара полно. Правда, он дорогой стал. А вот, смотрите, можно целую бочку взять. Такую вот большую. И стоит она... Сколько? 506 рублей. Ого, Хелп. Ну, нафиг. Ладненько. Все. Показал и цены. Что-то у меня с фокусом не то стало. Так что, кто хотел, посмотрел цены на 25 марта 2022 года. Магазин Санвей, Якутск.